Более 30% промышленности города сосредоточено в Октябрьском районе. Так повелось исторически, так остается и сейчас. Более того, за последний год ситуация изменилась со знаком «плюс». По показателям, по итогам работы года, он же оценивается по индексу промышленного производства, более 108% индекс промышленного производства. И средняя заработная плата у нас в районе самая высокая среди средних и крупных промышленных предприятий. И количество работающих самое большое у нас в районе. Особая гордость благоустройства. Вот только цифры. За год высадили 500 деревьев, десятки тысяч цветов. Разбили 6 новых клумб, создали новый зеленый уголок у главпочтамта. Не случайно в 2019-м Октябрьский впервые стал первым в городском конкурсе по благоустройству. Кроме того, впервые за много лет совместными усилиями власти и общественников началось возрождение районного парка культуры и отдыха, он же «Изумрудный». С мертвой точки сдвинулась наконец-то, то есть там уже были какие-то работы очень большие. И сейчас мы рады, что у нас возобновится «Изумрудный парк». Мы в молодости ходили туда на дискотеку, на танцы, поэтому это для нас очень приятно, и мы рады этому. При этом глава района признает, проблем остается много. Самое, пожалуй, острое – аварийное и ветхое жилье. В Октябрьском районе таких домов около 200. Их сносы и предоставление жителям новых квартир над этим и многим другим работать в 2020-м. Много планов и на дальнейшее благоустройство. Как и сейчас, руководство Октябрьского района надеется на помощь предприятий и простых горожан, которым не безразличен родной район и город. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком».